Ви можете охарактеризувати, чому не відбулася відставка Гончарука, чому не відбулася відставка представників Національного банку України, чому це все не відбувається, якщо ми очевидно бачимо, хто ці люди? Причина, многим кажется, что причина до банальности проста, я считаю, что это не так. Ну, то есть, не все так просто. Почему не все так просто? Потому что центров влияния, ну, в нашей стране очень много. И нужно отчетливо понимать, вот когда мы начинаем рассказывать о Зеленском как о человеке, который может управлять всеми процессами, потому что у него уровень поддержки там был 73%, то это в нормальной цивилизованной стране, где выстроена государственная политика. В нашей стране государственная политика не выстроена. Ну, то есть и не была никогда выстроена. То есть она развивалась немножко по наитию. Что же происходило, я сейчас говорю свои мысли, ну, как это происходило. Что же происходило на момент победы Зеленского? Ну, во-первых, в действительности отбросим конспирологию, то, что там все это подстроено, что это все. Я считаю, что не подстроено, что там приход Зеленского это там определенные уникальные события, которые там сошлись в определенной точке, ожидания людей и так далее, узнаваемость, люди устали, и поэтому они выбрали актера. Ну, то есть это усталость людей, которые проголосовали за него. Ну, это відзнака Порошенко, это его заслуга. Він дуже довго старався, щоб така ситуація була можлива. Ви розумієте, якщо говорити об этом, вот, в некоторых студіях ми зустрічаємося з представителями «Слуги народу». Я пытаюсь всегда сказать, вы не смотрите на них, как на тут главное порождение беса, так называемого. То, что пришел Зеленский, и то, что появилось монобольшинство, и этот Кабмин, катающийся на самокате и не делающий больше ничего, это действительно так, это заслуга правительства и Порошенко, и Януковича, и всех-всех-всех остальных, которые были до этого. И тех политиков, которые там, вот часто выступает Юлия Владимировна, я хочу спросить, а не было ли ее заслуги, то, что появился в конечном итоге Гончарук? Зарождение Гончарука, вот как образа, как вот такого образа, которым вообще все равно, и Зеленского как президента, которого выбрали на волне протестов против Порошенко и против всего остального, что было там, нищеты, обмана и так далее. Все причина, следственная связь, начиная с 91-го года. И отбелить какого-то политика, который бы не был в этом процессе, я имею в виду действующей власти, либо в Верховной Раде, невозможно. Потому что, посадив за круглый стол, как бы они ни накидывали гадости, но все, вот мы вспоминали долговые обязательства. Но долговые обязательства же начались давно. Они начались там еще с Ющенко они начались, с Януковича, при Порошенко они были, и до Ющенко они были, просто не в тех объемах. Ведь это, ну просто это не было как бы пирамидой. Теперь оно выросло в пирамиду. Но основу этой пирамиды заложили вы. Не надо этого отрицать. Так вот, вернемся к первоисточнику. На момент победы Зеленского, которую победу ну, мало кто ожидал. И нужно было начинать вычищать людей, ну это мы так считали, значит вычищать людей от Порошенко. Вот смотрите, есть государственный аппарат, он большой, раздутый. Самый раздутый в Европе, вот у нас. Но тем не менее, на эти ключевые клеточки нужно назначать специалистов. Кого назначать? Приходит актер, ну, лицедей, актер Владимир Александрович Зеленский. Я сейчас с уважением говорю к президенту Украины. Но тем не менее, кого он может назначить? Его круг общения это кто? Это что, фиалы? Это там кто-то из нефтегаза? Нет. Я думаю, еще нет. Его круг общения – это концертные продюсеры. Это определенная кинематография. Это прокаты фильмов. В этом он специалист. Но он приходит совершенно в другую отрасль. Кого ему назначить? И тут появляется такой... И тут появляется вот такой уникальный шанс для тех людей, которые мы называем соросята. Соросята, вот кто бы там ни говорил, вы не задавались вопросом, а почему вот у них так все получается? Вот они находятся на госдолжностях, им там дают сумасшедшие заработные платы. А как так получается? Подзвонили когда... за кордон, но их призначили, что ты разумел. Но это вершина айсберга. А когда начинаешь копать и смотреть на уровень их профессиональной подготовки для государства, не для другого государства. Для другого государства они высокого уровня специалисты. А для нашего они вот такие. Почему так?
Да все очень просто. Потому что соросята или работники грантовых структур, в том числе и Сороса, их там много, пришли общим пакетом, понимаете? И государство наше вот взяло целиком. И это удобно было для государства. То есть со стороны президент приходит, он, у него куча рычагов, он не знает, чем управлять и как эта государственная машина работает. Более того, люди, которые от прошлой власти, от Порошенко, конечно же, будут ему мешать. Что ему нужно сделать? И тут приходит представитель грантовых структур, который говорит, у меня в каждую клеточку есть готовый специалист. Плюс тебе, Владимир Александрович Зеленский, есть поддержка от Международного валютного фонда, от американских грантовых структур, вид Порошенко, от Канады. И с Порошенко мы договоримся, он тебе мешать не будет. Ты отведешь ему там кусочек. Я сейчас, конечно же, фантазирую. Но вы сами подумайте уровень моей фантазии. Такая ли это в действительности фантазия или нет? И что делает Владимир Александрович Зеленский? А эта ситуация не уникальна для нашей страны. Вы должны понять, что в истории все когда-то было. И если взять ненавистную Российскую Федерацию, то в ее истории тоже это было. Просто это было в 98-99 году. Мы на 10, а то и больше лет запаздываем от соседних стран. Что делает наш президент? Он, естественно, ему деваться некуда. Ему нужно заполнять вакансии. И он заполняет их, к большому сожалению, представителями с грантовых структур, специалистами, которые работали просто на бумаге, не в практическом секторе. Потому что раньше прошлые президенты пользовались их услугами только на бумаге. Их никогда не подпускали к управлению страны. И это был плюс. То есть в этом был их опыт. Вот за что можно сказать спасибо Ющенко или спасибо, там, упаси Боже, темнейшим, что их не подпускали к управлению государством. А здесь их непосредственно пустили за рычаги управления государством. Вот итог этого мы видим на этих пленках. Извините, что просторно отвечаю, но нужно каждому понимать, почему появилось такое количество грантовых структур в управлении нашей страны. И почему туда же проникают представители от прошлого президента, от Порошенко. Потому что это кровь от крови, плоть от плоти. Они вот, вместе возникали. Зрозуміло. От з вашої точки зору, от ми зараз бачимо ситуацію щодо Гончарука і НБУ. Ми бачимо, що МВФ підтримало Гончарука. Ми бачимо, що Порошенко зі своїми телеканалами та порохоботами підтримав Гончарука. І фактично ми розуміємо тоді фунт, от ви говорили, що на ключові посади поназначали фунтів. Це, очевидно, зрозуміло, чий фунт, тобто це МВФ чи і Порошенко. І ми фактично бачимо, що це дійсно так, тому що більшість абсолютно міністрів, вони, ну, з моєї точки зору, грають антидержавницьку функцію і впроваджують антиукраїнську політику. От. Ну, я би не використовував слово «фунт», воно тут не зовсім правильне. Я би використовував агент іноземного впливу. Вот у нас на ключевых, дурачно, так. Да, у нас на ключевых позициях находятся специалисты, которые в действительности не имеют опыта управления государством, но это все-таки специалисты. Но они являются центрами влияния других государств. И не обязательно это Америки. Другие, они преследуют интересы, и их туда лобби других государств умудрилось запустить. Вот таким образом. Соответственно, у нас и появляется пирамида долговых обязательств. У нас появляются огромные зарплаты, огромные премии в «Нафтогазе». Ведь, ну, наивно думать, что премия в много миллионов одному единственному физическому лицу, что это было допущено как-то случайно или... Не, я надеюсь, же никто не думает, что эти деньги кто-то забирает себе. Это глупо. Это просто деньги, это касса грантовых структур, понимаете? Она оттуда финансируется. Но вот такая вот у нас модель построена. Так удалось построить грантовым структурам и агентам иностранного влияния в нашей стране.